продырявь страницу карандашом. Никогда, никогда, никогда. Размазываем, размазываем. Мой шкафчик. Так, поскреби тут. Ой, фу. Всем привет, с вами Анюточка, Майоточка. И сегодня мы будем вести дневник. Уничтожь меня! Мы будем сегодня его уничтожать. Это вот такой вот журнальчик от Carismet. И перед тем, как мы начнем, вы должны обязательно поставить лайк и подписаться на мой канал. И поставить колокольчик, чтобы не пропускать никогда, никогда, никогда не пропускать мои классные, суперские видео. Ура! Подписался, значит, у меня все получится. А мы начинаем. И начнем мы с вот этой странички. Вот такое задание. Продырявь страницу карандашом. У меня как раз есть поблизости вот такой вот мой любимый карандашик. Давайте вот так вот развернем. И вот так вот. Так вот. Так вот. Ой. Такая вот страница получилась. Простите, я не могу смотреть, потому что у меня какая-то фобия. Я не могу смотреть, где... Фу! Где много точечек. А, нарисуй... Фу. Нарисуй толстые и тонкие линии. Жми на карандаш изо всех сил. Давайте. Такое. Будет такая страничка. Тут такое жесткое задание. Ну, не жесткое, такое легенькое. Оставь свои отпечатки и испачкай чем-нибудь руки и приложи их к странице. Мама, неси тени любые. Погрязнее. Мама принесла мне вот эти вот тени. Они очень грязные и они очень яркие. Так что давайте сделаем это. Ужас! Вот такая вот у меня рука. И прикладываем сюда. И вот так вот держим. Вот так вот. И смотрите, какая у нас рука. Можно так закрасить. Ну а мы продолжаем. Только мне сначала надо отмыть свои руки. Следующая страница. И следующее задание. Положить сюда листья или другую ерунду. Я вам хочу представить мой шкафчик. Я хочу вам показать шкафчик со всякой ерундой. Но там не только ерунда. И отсюда мы что-нибудь возьмем, чтобы приклеить вот сюда, в этот дневник. Так, вот что здесь. Так, тут есть у нас вот такие вот закладки. Я их сделала сама. Это бабочки. Если запомнится какая-нибудь классная страничка. Еще тут есть вот такие вот фотографии. И эти фотографии мы как раз таки приклеим сюда. Ну а давайте покажу, что есть дальше. Эти фотографии мы с Машей снимали, ну не снимали, фоткались на Инстакс. Давайте выберем самые тупые фотографии, которые я наклею в дневник. Ну вот это 100%. Так. Какую еще фотографию? Давайте вот эту. Так. Ой. Медведь. Так. Ну это классная фотография. Это тоже, блядь, медведь, это тоже. А вот это можно и приклеить. Так. Ну вот это тоже можно приклеить, и вот это. Мы, кстати, с Машей до сих пор не поняли, что это вот это вот, что это за пятно. Ну и вот это. Так, сейчас положу фотографии, и вот. И еще у меня тут снизу есть всякие рюкзачки, сумочки. Вот. Вот тут внутри. Вот что тут? Дневники, зеркало, ручки, стикеры. А вот тут вот у нас дневник, ручечка, фломастер и наклейки. Шкафчик все складываем.
закрываем. Вообще тут сказано положи сюда листья или другую ерунду. Но я приклею, потому что оно будет все выпадать, если будет не приклеено. И ждем, пока все засохнет. Так, поскреби тут. Я поскребу ножницами вообще. Офигеть, я не думала, что это так классно. Ну, мне кажется, достаточно. Сделай бумажный самолетик. Конечно, я не умею это делать, но мне кажется, по этим линиям надо разрезать и сделать самолетик. Ребята, я пытаюсь. Мама. Вот, мы с мамой еле как вырезали этот листик, так что давайте сгибать. Вот такой вот самолетик у нас получился. Давайте протестируем его. Ребята, переходим к следующей страничке. Вот здесь написано упакуй что-нибудь в эту страницу. Но мы сделаем так. Мы просто положим сюда наклейку. И вот так вот будем как-нибудь складывать. Ну вот давайте вот туда мишку этого. Или это собак. Я не знаю, кто это. Поэтому складываем черти как. Вот, ну пусть будет. Вот так вот пододвинуть. Сначала мы должны приклеить конвертик сам, который я сделала сама. Наклеиваем давайте посерединке прям. Очень люблю делать такие конвертики. Они очень легко делаются. Просто раз, два, раз. Все. Ну и упаковываем туда этого медведя. Вот такая вот страничка у нас получилась. Мы решили, что будем делать вот эту вот страницу. Прилепи что-нибудь липкое. Мед, жвачку, сироп, клей, леденцы, мармелад. Но мы решили, что мы приклеим клей, потому что это самый легкий способ. И давайте вот эту штучку вот так размажем. Ой, фу! И мы должны теперь приклеить вот эту вот страничку. Вот так. О, идеально, теперь у нас есть скрытая страница. Следующее задание – измажь страницу грязью. Вот мы сегодня полили мои растения, мои кактусики. И давайте возьмем тут земельку. Так вот, мне кажется, много. Вот так вот. И вот так вот. Надо капнуть воды. Сейчас я за водой. Размазываем, размазываем грязь. А эта грязь, которая осталась, мы с мамой высыпем. Ну, я грязь. Так. Ну и вот так вот у нас получилось. И на этом, ребята, все. Потому что мне надо очень много убирать. Если вам понравилось это видео, и если вы хотите продолжение, как мы дневник «Уничтожь меня» уничтожаем. Так что ставьте лайки, подписывайтесь. Всем побольше каникул и подписывайтесь.